Так, ребят, всем привет, вы на канале Фитвинуар, и сегодня я играю в очень страшную игру The Maze, но насколько она страшна, мы сейчас как раз проверим. И я не знаю вообще, что в этой игре делать и так далее, но я сейчас в каком-то таком машине, в общем, вот в такой сейчас нахожусь, и тут есть камера, можем взять. Так, еще фонарик, так, вот так. Когда используешь этот фонарик, батарея будет тратиться. Когда ты в лабиринте, посмотри, ты можешь найти там батарейки, чтобы исправить проблему. Так, что тут еще есть? Вроде бы ничего. Ой, меня куда-то из машины попёрло, ну ладно. Так, вот тут есть такие чуваки, они тоже, походу, хотят как раз отправиться. Так, фонарик. А, все, надо нажать. Так, все, ну, в принципе, я пойду вместе с этим чуваком. И так, бежим. Ой, что-то тут вообще несло. Но я продолжаю бежать. Так, и реально какой-то, не знаю, лабиринт, реально какой-то лабиринт. И мне на самом деле очень сильно страшно. Я ненавижу хорроры. Ну, точнее, я их люблю, но мне очень страшно. Тут какая-то дыра. Ног. Ой-ой-ой, какие-то сверху чуваки. Так. О, ребята, это чего такое? Что за звуки? Короче, какой-то скелет тут. Очень плохие звуки. Я не могу уже больше в это играть. Мне очень страшно. Я не знаю вообще, что тут может быть. Какие тут скримеры и так далее. Так. Ой, я что-то делаю? Краулинг. Так, я, походу, ползу, так понимаю. Присаживаюсь. Ой-ой-ой. Какой? Кто-то? О-о-о, это чего такое? Ребята, смотрите, где мы? Мы в каком-то месте куда-то забрались. И так, давай-ка я выключу свой фонарь. О, ребята, я не знаю, короче, зачем мы здесь. Давайте посмотрим, что снаружи. Так, можно фоткать. Ну, своего рода фонарик такой. Так, мы куда-то идем. Что это там было? Мне, наверное, показалось. Я не знаю, что делать вообще тут надо. Но, походу... Ой-ой-ой. Да почему так страшно уже? Ничего не произошло, но страшно. Это очень хорошо, что мы втроем. Так, давайте все-таки включу фонарик и... Давайте все вместе отправимся. Так, окей, я буду стоять с этой девочкой. И так, все, идем. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну, давай-давай вместе. Так, чего-то я еле бегу. Если нас 4 человека, то можем, в принципе, чтоб... Один был с этой, с фонариком, собственно. Так. О! Что? А почему она умерла? Они бегут, ребят. Мне кажется, что очень хорошая идея. Сейчас побегу. Там девочка умерла почему-то. Вот это приколюхи, конечно. Я не знаю, какие-то звуки странные. Просто я бегу и... Просто какие-то странные звуки пещеры. Ой-ой-ой, что это такое? Кстати. Нет-нет-нет, стойте. Сейчас возьму батарейку и... все, вот они, вот. Здравствуйте. Так, у меня одна жизнь потратилась, так сказать. Или как сказать? Точнее, не одна жизнь, а одна батарейка, я так понимаю. Так, ну... Я не знаю вообще, что делать. Ой, еще кто-то, смотрите. Окей. Хорошо, что нас много. Это уже очень хорошо. Не страшно, потому что тут куча людей. И мы, в принципе, все вместе держимся, это очень хорошо. Что это? О, ребята! Там какие-то шаги были. Ой, что это такое за звуки такие? Прикол, я в текстурах. А, мне просто надо было присесть. Короче.
Что это там? Ребят, тут были звуки такие, как будто кто-то огромный шел. Не знаю, что это было, но мне очень страшно. Мы все здесь. В принципе, у меня есть камень даже, ребятки. Вот такие дела. Я не знаю, зачем он, но, возможно, убивать монстров, кто знает. Мне постоянно кажется, что какой-то монстр. Так, еще, короче, люди, просто мы собираемся все вместе тут. Давайте, что ли, пойдем? Ребят, давайте пойдем реально. Мы, в общем, вот с этим пацаном вдвоем вот ходим, в принципе-то. И еще какую-то нору обнаружил. Ого, это чего такое? Так, ребят, тут какая-то стена. Может, ее камнем надо сломать? Или как раз-таки камень должен быть? Да, ребят, я... Ой-ой-ой-ой-ой, как же страшно. Ребят, кто-нибудь... Ребят, кто-нибудь? Кто здесь? Так, мне дали ачивку. То, что-то сломано, короче. Ой, это паутина. Так, откуда я? Я отсюда. И я... Ага. А, все, я могу просто присесть, и все будет нормально. Постоянно слышу какие-то звуки. Еще плюс... Ой, там кто-то был, там кто-то был. Где ты, пожалуйста, мне скажи. Так, ну у меня ачивка есть, это... О май гад! Что это? Что это такое? У меня фонарик не работает. Батарея changed, короче. Что это? Отойдите отсюда. Вы слышите? Ой, как страшно. А, ой, это какой-то чувак. Нет, я больше не хочу играть в эту игру. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что это, что это, что это? А, нет, почему так страшно? Я пойду с этой девочкой, потому что... Ну, мне как бы интересно, что тут? Где она? Нет. Что это? Так. Ну, снова в этой пещере, короче, мы все. Еще один камень. Что-то светится или нет? Ой, что это было? Ребят, ну я не знаю, что там. А, это, помните, звук был такой, вот буквально 2 минуты назад, когда у меня был камень, ну, точнее, был, и мы с вами ломали стену, помните? Ой, там... А, короче, ребят, я иду, я не хочу просто так, или хочу просто так сидеть. Ай, там кто-то был. Я не знаю, там красное что-то светилось. Я не пойду туда. Справа, ребят, там что-то было. Не ходи, не ходи, не ходи. Так, точно, если я это вижу, я сфоткаю. Короче, использую вот фонарик пока что, как свечу, точнее, как фонарик. Использую камеру как фонарик, я точнее. Вот такие дела. Страшно, ребят, что вы понимали, на часах сейчас 12 ночи, и я только записываю это видео. Я не знаю, зачем так поздно записываю хоррор. Но это я понимаю, что это бессмысленно, ну точнее как бессмысленно, это просто не знаю, как назвать. Почему они умерли? Если вы это слышите... Кто-то идет либо тут, либо тут. Нет, вот... Что это было? Ребята? Я не знаю, что это было. Нет, о нет. Почему? Где все, ребят? По-моему, кто-то идет там. Я смотрю. Ребят, вот тут идут. Идут 100%. Мне очень страшно включать фонарик, потому что как раз-таки скримеры могут появиться. Человек с фонариком. Эта девочка сейчас с фонариком, так что я буду как бы со-фонарик, если это так называется. Ой, что это скрипит? А это у меня мышка скрипит. Ладно. Как будто бежит кто-то.
Ой-ой-ой. Там чувак от кого-то бежал. Я беру фонарик, включаю быстрый бег и иду. Ой, скелет. Кстати, у него... Вот это можно взять, ребята, интересно? Нет, нельзя. Что это такое? Что это такое? Что? Нет. Где мы были? Нет. Ой-ой-ой. Так, я буду стоять с ним рядом, вот с этим чуваком. И просто смотреть, потому что у него фонарик, у меня как бы фонарик скоро закончится. Как бы вдвоем уже не так страшно. Короче, красное свечение — это какой-то монстр. Причем, ребят, там, походу, два монстра или как? Просто, чуваки, получается, что... там был какой-то маленький, ну, я не знаю, он был размером с, вот, ну, как раз с обычного чувака Роблокса. И вот гигантский какой-то просто. Нет, я не могу продолжить. Ребята, мне очень страшно, я не могу. Я не могу идти, мне очень страшно. Что это такое? Фон, это телефон. О, нет. Так, нет. Мне... Я надеюсь, вот это тут можно спрятаться. О, батарейка, фух. Хорошо. Ребят, кто-то идет рядом, мне очень страшно. Вы тоже это видите? Так, ну, еще одну батарейку. Я теперь могу... Кстати, два заряда, и все норм. Короче, кто-то шел туда, я не могу, мне очень страшно. Ребятки, это просто жесть. Короче, у меня не получилось посмотреть на его лицо, потому что мне стало очень страшно. Но... Я больше не буду в это играть определенно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Просто и добавляйте меня в друзья в Роблоксе. Потому что я принимаю чуваков, как бы... Ну, если вы напишете, что вы как подписчик, то я вас приму. И мы будем вместе как бы играть. Вы даже можете мне предложить снять видос на ваш канал, если вы хотите. Но не знаю, буду ли я вообще играть в хоррор еще. Как бы мой любимый режим, так сказать. Короче, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока! It's the dream.